Как известно, застройщик ЖК «Москва» арестован по подозрению в мошенничестве. Известный сочинский бизнесмен Анзор Пруидзе не впервые стал фигурантом уголовного дела. Но, судя по всему, на этот раз выпускать на свободу в обозримом будущем его не собираются. Сам дом готов на 90% и, что важно, передан в собственность покупателям. Вся загвоздка в вводе в эксплуатацию. Коммуникации, если есть, то временные. Свет, вода, тепло. Большинство из этих ресурсов жизнеобеспечения нужно просто присоединить. Электричество в доме может быть уже через неделю. А отопление аккурат к отопительному сезону. Так оценили ситуацию руководители ресурсоснабжающих предприятий города. А вот с водоотведением не все так просто. К жилому комплексу необходимо провести магистральную трубу, соответственно, усилить насосные станции и далее по техусловиям. Стоимость работ 30 миллионов рублей. Но по просьбе руководства города водоканал готов сам выступить подрядчиком и выполнить работы в кредит. Я собрал только для того, чтобы минимизировать ваши затраты и оптимизировать, чтобы быстрее эти работы были сделаны. У меня вообще желание есть, чтобы в сентябре месяце работы были закончены. Я их буду просить при вашем желании, чтобы и работы по достройке были выполнены этими организациями. Потому что это будет дешевле и надежно. То есть они будут подключены, потому что они же сами и будут принимать в эксплуатацию. Будем выходить из создавшейся ситуации. Как вы сами видите, я беру на себя и контроль, но только из вашей стороны должен быть правильный подход. Правильный. Без всяких вот этих лирик, эмоций. Они просто время потеряют. Свой план достройки дома есть и у нового исполнительного директора компании «Наш дом Сочи». Новым застройщиком назначен Зураб Харава. В недавнем прошлом сам бывший обманутый дольщик ЖК «Москва». Бизнесмен обещает собственникам решить вопрос с коммуникациями в полцены, но за это просит подождать еще пару отопительных сезонов. Вы признали этот дом в собственность за нами. Я такой же дольщик, как вы был 2 месяца назад. Мы признали его за нами. Для чего? Для того, чтобы не появились какие-то кредиторы бывшие, да? Нашего дома Сочи. И не сказали, а наш дом Сочи мне должен 600 миллионов, миллиард, полтора и так далее, давайте ко мне этот дом за долги. Мы этого избежали. Никто не может, послушайте, дослушайте, никто не претендует теперь на ваши квадратные метры. Дом мы будем достраивать как по моей программе в течение 2 лет. Судя по реакции собственников жилого комплекса, снова доверять застройщикам они не планируют. Большинство готово принять помощь муниципалитета. Город предложил рациональные решения всех вопросов. То, что ждали 6 лет, наконец-то серьезно были собраны эксплуатирующие организации, которые занимаются коммуникациями. Вот если мы будем идти по предложенному мэром пути, то мы быстро сможем заселиться в дом. Если же мы будем ждать, как нам обещает наш застройщик, мы уже 6 лет ждали, еще 6 лет будем ждать. Тем более, что нам идут навстречу и нам дают рассрочку, присутствуя на всех собраниях, впервые было что-то, что рациональное. Я лично осталась довольна. И, наверное, люди многие довольны лишь потому, что у нас собрались все сетевики. Если с нас хотят взять 60 тысяч, значит, с каждой семьи, с каждой квартиры, мы согласны сдать сейчас, сегодня хоть, и достроить этот дом. Но не тянуть ее на 5-летку, или там, на 2 года, на 3 года не надо нам. Мы благодарим очень мэра, очень хорошо он четко ответил, он как-то переживает за наш дом. И мы согласны, что раз так мы попали в такую ситуацию, мы очень благодарим то, что они вот сегодня нам хорошо ответили. Все, мы довольны остались вот этой встречей с ним, с мэром. В ЖК «Москва» 655 квартир. Решением собственников этих помещений создано товарищество собственников недвижимости. Оно и будет принимать окончательное решение. Анатолий Николаевич предложил о том, что МУП «Водоканал» окажет содействие подключению воды и канализации с рассрочкой платежей от товарищества собственников недвижимости сроком 2 года с исполнением обязательств в течение 1,5 месяцев. Предложенные главой варианты имеют абсолютно обоснованную под собой почву. Они реальны по срокам, они реальны по исполнителям. Они совершенно реальны, по которому на границах участка будет у этого объекта подан инженерный ресурс. Администрация города не только предложила помощь бывшим обманутым дольщикам, но и официально предупредила о возможной угрозе банкротства. Теперь все зависит от решения потерпевшей стороны. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ВКТ.